Банк России проводит модернизацию российских банкнот для повышения их качества, защищенности от подделки и долговечности. Сейчас в обращении появляются купюры номиналом 100 и 5 тысяч рублей. Новые купюры вводятся в оборот постепенно, заменяя ветхие, по мере исчерпания запасов привычных всем банкнот. Специально обменивать банкноты, которые есть у вас на руках, на новые, модернизированные, не нужно. И те, и другие одинаково платежеспособны и будут находиться параллельно в обращении. После появления информации о выпуске обновленных банкнот активизировались мошенники. Например, под видом работников социальных служб они ходят по квартирам и убеждают граждан обменивать банкноты в 5000 рублей на модернизированные. Взамен аферисты предлагают фальшивые деньги. Обновленная банкнота номиналом 100 рублей посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне изображен Ржевский мемориал советскому солдату. На 5000-й банкноте изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевой стороне стела Европа-Азия. На оборотной стороне памятник сказ об Урале в Челябинске. Вы можете проверить подлинность любых российских банкнот без специального оборудования. Подробная информация о них есть на сайте Банка России в разделе «Наличные денежные обращения». Также можно установить на телефон бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». Ссылка для скачивания на сайте регулятора. Это приложение не определяет подлинность банкнот, оно содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России, показывает в интерактивном режиме, где именно расположены защитные элементы и как они должны выглядеть. Чтобы удостовериться в подлинности банкнот, необходимо проверить не менее трех защитных признаков. Виктория Шарая, события.